В столицу Азербайджана, Баку, прибыли специалисты из Иерусалимского центра еврейской медицины. Бер Дэвид, основатель центра Давид Эйхель и его ведущий специалист Йосефа Эйхель. Целью их визита является оказание помощи в оздоровлении и развитии детей и подростков с особыми потребностями. В настоящий момент мы находимся в городе Баку, в солнечном гостеприимном Азербайджане. Мы здесь находимся по приглашению наших сотрудников центра Сули, с которым мы сотрудничаем уже более года. В нашу задачу здесь входит, как мы это для себя сформулировали, не только помощь конкретным семьям с особыми детьми и подростками, но и помощь, которая нацелена на то, чтобы помочь максимально большому количеству людей через обучение различных специалистов из разных стран, передачи им нашего опыта. Вот это я вижу своей как бы основной задачей, и мы постараемся делать то, что от нас зависит. Центр стремится не только к предоставлению эффективной терапии для решения органических проблем, но и к развитию, обучению и раскрытию талантов и способностей особых детей и подростков. Это делает центр уникальным среди других медицинских учреждений, благодаря его комплексному подходу и высокому профессионализму специалистов. У нас совершенно нетрадиционный подход. Мы не занимаемся классической реабилитацией, а мы стремимся к тому, чтобы ребенок полностью восстановился. И, собственно, есть достаточно документальных уже свидетельств того, что многие дети смогли это сделать. Центр Бер Дэвид предлагает уникальные методы терапии для детей и подростков, сталкивающихся с различными проблемами, такими как аутизм, детский и церебральный паралич, нарушение моторики и мышечного тонуса и другие. Эти методы доказали свою эффективность и позволяют детям не только преодолеть свои заболевания, но и полностью раскрыть свой потенциал. Мы, как представители центра Бер Дэвид, которые занимаются, так сказать, оздоровлением, восстановлением, мы хотим сказать, что не надо терять надежду, потому что очень многие проблемы со здоровьем поправимы. И приезжайте, чем сможем, мы вам поможем. В планах команды не только оказание помощи, но и организация Международного методического центра в Азербайджане, который станет базой для обмена опытом и проведения обучающих курсов для специалистов из разных стран. Это поможет распространению инновационных методов терапии и укреплению здоровья людей по всему миру. Это место, в котором приезжают люди из самых разных стран мира, скажем, в диапазоне от Южной Америки до Южной Кореи, за чудом. Ибо с Божьей помощью, нашими усилиями, здесь происходит практически чудо. То, что вообще признано неизлечимо, ни в какой стране мира и ни за какие деньги у нас происходит. И речь идет, например, о таких состояниях, как аутизм, детский церебральный паралич, последствия, тяжелые последствия родовых травм и многое другое. С этим можно, с результатами этого, с нашими лекциями, семинарами, можно ознакомиться на нашей странице и нашем YouTube-канале Бер Дэвид, Центр еврейской медицины. Те, кто нуждается в помощи и в лечебной, оздоровительной и методической, обращайтесь, будем рады помочь. Представители центра планируют пребывать в Азербайджане не менее года, чтобы обеспечить полноценную поддержку и развитие местных систем здравоохранения, делая значительный вклад в улучшение качества жизни особых детей и подростков в стране. У нас случилась тяжелая родовая травма. Во время родов была сильнейшая гипоксия, и так как ребенка тянули вакуум-экстрактором, очень сильно повредили голову.
У нас буквально в первый день жизни малыш впал в критическое состояние и чуть не умер. Полтора месяца мы провели в больнице. За это время еще дважды были ситуации на грани жизни и смерти. Врачи ничего не обещали, говорили, что шансов у вас никаких нет на здоровую полноценную жизнь. Шансов просто никаких не было, поэтому мы искали любые возможности, чтобы спасти ребенка. К счастью, нам попалась информация о центре БР «Давид». Мы буквально за несколько недель собрались и поехали туда в надежде, что только они смогут нас спасти. Сейчас мы второй раз на лечении уже здесь, в Баку. Мы очень довольны, что смогли приехать. Для семьи Эйхель, основателей БР «Давид», этот центр не просто место работы, а миссия и призвание, наполняющее их жизнь смыслом и стремлением ежедневно поддерживать семьи, вдохновляя их на веру в будущее и развитие их детей.